Да я не ревную, просто завтра не здоровайся со своей подругой. Хотя завтра ее, наверное, не будет, после моего проклятия не выживают. Ну и отпишешься от всех девушек в инсте. Я тебя ни в коем случае не заставляю, просто безобидный ультиматум. А то посмотри на них, какие бесстыжие посты выкладывают. И вот этот аккаунт с футболом, скорее всего, тоже какая-то тёлка ведет. Отпишись. А так вообще, зачем тебе телефон? Отдай его мне. Я тебе буду давать, если тебе кому-то прям срочно позвонить надо будет. Типа в скорую там, или мне цветы заказать. Ты же точно с пацанами гулять идешь, да? А то нарядился, зубы почистил, обувь почистил. И даже не одной и той же щеткой, как обычно. Подозрительно? Да гуляй сколько хочешь, я тебе доверяю. Тем более я тебе микрочип в кожу вставила, когда черные точки выдавливала. По GPS отследить не проблем вообще. А чё ты мою руку не держишь, когда гуляем? Наверное, чтобы показать, что ты свободен, хитрец. Везде меня за руку держи. Когда гуляем, когда в ресторане сидим, да даже в торговом центре. А то что с уборщицей пошли, знаешь какие? Вроде помыть полы зашла, а потом хоп и забрала тебя в свой гарем.